приятного времяпрепровождения. С вами, как всегда, Козел Альпийский. И сегодня, наверное, пришел момент, когда я расскажу о заформованных, наконец-таки, своих диких орках. Вот они у меня тут лежат уже хрен знает сколько. Давайте-ка поближе покажу их. Вот. Заформовал целый набор. Я его не снимал, было очень холодно, не было времени. И если бы я его не заформовал тогда, я до сих пор бы, наверное, не имел его заформованным. Итак, сейчас рассмотрим. Вот, как я уже говорил, когда долго лежит термоклей, он покрывается таким, не термоклей, а силикон тоже, таким вот потом. Да? Как я, помните, говорил про потных скакунов, которые мне пролежали. Это вообще пролежало, ну не знаю, если не месяц, то недели две, а то и три. Поэтому вот покрылся такой вот. Это какая-то реакция на кислород. Все это можно просто помыть теплой водой, и все будет нормально. То есть, что я заформовал? Видите, оружие. Сейчас давайте систематизируем. Я сам уже подзабыл. Это головы. Видите, я вот так вот головы слепил отдельно, заформовал, а потом вместе в такую длиннющую чёрт-шхелу, как я обычно головы себе формую, сделал. У меня еще это не все головы. Здесь только 6. Голов я планирую 12 для диких орков. Это довольно большой проект. Примерно как и огры. Но поскольку орки меньше огров, я подошел к этому более основательно. Тут больше и рук я понадел сразу больше. Да и они размером меньше. Поэтому тут нужно более, более как бы качественно подходить. Вот столько я понадел рук, головы. Как я уже показал, снимаю это скорее даже для себя, для архива, потому что, ну, как тут рассказывать, показывать, обучать чему-то нечего. Просто как бы рассмотрим. Вот здесь я заформовал каменный топор. Это рука указка, рука с дубиной, с деревянной дубиной. Сам уже даже забыл, что рука с кунаем таким костяным кинжалом. Еще одна рука с кунаем костяным, с кинжалом. Рука с костяным шипом, с костью, с костяным клинком, не знаю. С костяным кукри, потом с костяной вот такой вот киркой на деревянной рукоятке. Такая же кирка, но с тремя костями. Такая вот. Для вождя каменный топор, не каменный, а костяной, вернее, топор. Это, видите, рука большая. Это для вождя. Хотя, я думаю, рядовым воинам тоже пойдет для разнообразия. Еще одна булава или дубина. По-всякому можно ее назвать. Теперь просто дубинка деревянная, такая колотушка. Что-то вроде колотушки или по барабану стучать. Просто голая рука орка с кулаком. И копье. Ой-ой-ой, копье полетело. В полет. Метательное копье. Вот такое вот копье. Всего, сколько я даже не знаю, оружий-то получилось. 11 оружий плюс 12-я просто рука. Это ягненок там, как я уже говорил, здесь ягнят содержится. Постоянно кого-то забираю отсюда. Кто-то превращается в прибыль. Кто-то уезжает к взрослым животным, кого-то я забираю. Сейчас очень холодно, все-таки еще зима, по крайней мере, когда я это снимаю. Поэтому вот так вот они блеют, как я уже говорил. У меня мастерская совмещена с ягнятником, поэтому вот так. Поэтому иногда и волосы попадаются, и шерсть, и всякое такое. А касательно орков, скажу, что мне понравилось лепить и формовать сразу наборами. Да, это дольше получается. То есть, вот, например, вот этого орка, помните, мы с вами... Я слепил, сформовал и отлил сразу практически, потому что он единым куском. Но вот предыдущего вот этого орка я месяц назад также слепил и отлил. Так что, в принципе, скорость такая. Скорость везде одинаковая, главное, чтобы было свободное время. В общем, на сегодня все. С вами был Козел Альпийский, который рассказывал о самодельном наборе диких орков, который сам же и заформовал. Всем пока.